Всем привет и здравствуйте! 11-й ролик в марафоне группы Shiny. Называется Dream Girl, и все ссылки на экране, милости прошу, подписывайтесь, вступайте, ставьте лайки, и мы с вами начинаем! Прекрасное начало, тут еще фанковая гитара подъехала, и бас уже такой достаточно плотный, картинка насыщенная. Ну, прям все как я люблю. Балдеж. Еще и бас такой, местами лязгающий. Прекрасно. Тут прямо хочется только хвалить и хвалить. Но не будем спешить, вдруг что-то поменяется. Конечно же, может стать только лучше. Работа босса, господи, бочки и баса уже соединила одно слово. Прекрасное. Тут, по-моему, синтезированный бас у нас в куплетной части, а припевный вроде бы проскакивал еще бас, похожий на живой. Может быть, здесь лейринг, может, ну, два в одном играют сразу. Но звук яркий, насыщенный, картинка приятная. Ну и вокал тоже здорово записан. Ну, слушайте, ну это прям прекрасно. Просто великолепно. У нас тут есть и первый план, и вокал, опять же, не в засос звучит, то есть не в самый упор. То есть как-то есть расстояние, но на переднем плане, и клип здорово выглядит. У меня сплошная похвала, что еще сказать. Тут как бы все попадает в те стандарты звучания, которые я... Мое почтение. Еще и танец с микрофонными стойками, тоже запоминающийся. Опять же, тут все достаточно индивидуально выглядят. Сочно. И, кстати, это не похоже на то, что SM снимали в то время. Тут, видимо, другой был режиссер, потому что нет вот этой пыльно-песочной, немного зеленоватой гаммы цветовой, которая, ну, в клипах Экса часто бывала. И вот пару клипов Shiny назад тоже такое было. Сплошной восторг. Ну, естественно, добавить в плейлист. Что еще я могу с этим сделать? Эту песню я не слышал. Кстати, Shiny еще одна из тех групп, которых я вообще песни, там, может быть, 3-4 из того, что в марафоне будет, я их слышал. То есть это, по-моему, это были Ring Ding Dong песня, Шерлок и
Там еще, по-моему, парочку впереди будет, но это самые из самых свежих скорее. Поэтому великолепно. Список бустеров на экране. Вот они все сверху вниз, слева направо. Дамы, господа, товарищи и товарищи, YouTube-спонсоры, донатеры, всем вам огромное-огромное спасибо. Благодаря вам все это выходит, продолжает и будет выходить. Также бустер, ранний доступ, дополнительный контент и многое другое ждет вас там. Проходите, смотрите, изучайте, у кого есть смелость, ловкость и умелость, а также кэш. Следующее, что у нас идет в качестве самого пиара, это MP Reviews, канал с новостями про кей-поп-индустрию. MP Entertainment, музыка, телеграм-канал, хаб-локация по-прежнему. Максим, я не говорю вам прощай, я говорю до новых встреч. Пока.